Так, ну и что будем делать? А? Скажите, пожалуйста. А, короче, я слышал, и ко мне подходила семейка одна. Какая семейка, Шаолин? Ха-ха-ха-ха, Эдуарчик, ты до сих пор не знаешь, что ли? Семейка Маши и Медведя! Что? Семейка Маши и Медведя? Да, Эдуарчик, для этого нужно поставить лайк все вместе, дружно, чтобы мы смогли узнать, кто это такая семейка. Да, друзья, прямо сейчас поставьте лайк, мы проберемся в этот старый дом. Мне кажется, там нас ждут новые тайны. Давайте, раз, два, три, лайк поставили, молодцы. Ха-ха-ха. Кстати, все лайки ставят, я заметил, много ставят лайков у тебя под видео. Конечно, мои подписчики все молодцы, все послушные, они всегда ставят лайки. А, давай, иди беги быстрее, проверь, мы пока будем тут, мы боимся, поэтому мы на крыше. Что? Ха-ха-ха, втроем, смотрите, на крыше, фантастика, вы там будьте осторожней, я сейчас разберусь, что за там новые соседи, хорошо? Погнали. Семейка Маши и Медведя. Интересно, как это будет все выглядеть? Давайте попробуем сесть, потихоньку пробираться. Есть кто дома? Так Маши пока не видно. Проверим-ка тут. Тут тоже ничего нет. Заберу лом на всякий случай. Буду, если что, обороняться. Потихоньку забираемся сюда. Обычно всегда тут. А, что? Секундочку. Мишка, ты что тут делаешь? Да. Не мешай мне, я смотрю телевизор. Подожди, ты кто такой? Что? Я простой житель. Ты что делаешь в моем доме? А ну-ка, свалил. Что? Нет, что происходит? А, у вас тут жарится... А, извините, вы тут ужин себе готовили, да? Да, ужин яблоки кушаю, меда нет. Мед закончился, а? О, ё-моё! Маша, ты чего? А, ну-ка иди сюда, ты чего? Ты-то такой мальчик. Я тебя поймаю! Что? С тобой все нормально? Ты чё бешеная такая, слышь? Что происходит? Она хочет меня поймать! Я тебя поймаю! Иди сюда! Ла-ла-ла-ла-ла! Что? Маша, успокойся! Я зашел посмотреть на твою семейку! Ты еще не видел, где моя мама? Моя мама это медведишка! Медведишка? Типа женского рода? Ладно, ладно, все, я бегу. До свидания. Воу! Что происходит? Вы кто такая? О-о-о! Ты что, меня мешаешь мыться? Я жена медведя и Машин мама. Что? Фантастика, вы что, моетесь? Вы, конечно, меня извините, но... Это ваша дочка обезумела. О-о-о. Где этот мальчик? Я его поймаю. Блин, она меня ловит, что мне делать? Пошла вон! А! Главное, чтобы не поймала меня. Надо быть осторожным. О-о-о. Слушай, ты кто такой вообще? Я житель, я решил зайти домой. Обычно всегда что-то новенькое тут. Нет, отвянь! Лишь бы, чтоб этот мальчик не заходил в новый домик, где барабаны всякие, музычка. Что? Вот этот домик? В смысле, она о чем говорит? Блин, а он спалит всю контору. Ладно, пойду. Расскажу родителям, что он избежал вроде, я его не нашла. Так, она потеряла меня. О чем она говорит? Сюда нельзя заходить? А я зайду. Неужто? Она думает, что я не зайду. Ну-ка, кто такие? А? Что? Что вы тут делаете, ребята? С вами все окей? А, внучок, мы-то танцуем. А, да, мы танцуем. Просто мы не умеем танцевать, научи нас. Что, вы издеваетесь, что ли? О, да. Что тут происходит, я не знаю. Но нас заставили сюда закрыть нас тут. Что, вас тут закрыли? Я открыл, все, убегаем, ребята. О, ты что говоришь? Нас потом поймает эта Маша, она обезумевшаяся. Она самая сильная из всех. А ну-ка, внучата, все вместе давайте танцевать! Ах, что-то мы забыли, как танцевать! Да-да, есть такой, конечно, ну вы деревянные. О, даже Джуан есть, ха-ха! Прикольно. Тут можем нажимать. Я могу сыграть на гитарочке вот этой. Вот этим предметом. Ха-ха-ха! Это прикольно! А, что с тобой, Блю? С тобой все нормально? Я просто танцую руками только у меня, и все. Видишь, максимум вот так двигаться могу. Что? Фантастика, все монстры собрались.
и Маша закрыла всех их тут. Теперь я узнал секрет, пойду, блин, расскажу всем. Ребята, слышите? Они заперли всех монстров у себя в новом доме сверху. А что? Это ж хорошая новость, теперь нас не будет тревожить эти монстры. Но мне кажется, Маша это самый мощный монстр. Что? Да ну, это она сделала? Да, это она сделала, всех закрыла. А, что? Странно, очень странно. Как вы знаете, я купил машину для полицейского. Давайте попробуем заехать прямо в дом на полицейской тачке. Ё-моё, смотрите! Маша? Маша, давай-давай, протолкай мою машину. Ё! Ё! Чё происходит? Так-так-так-так-так, тихо. Маша обезумела, кажется. Толкнула мою тачку и ушла сама. Фантастика. Смотрите, настоящая GTA у меня тут. Я прям на машине езжу дома. Вау! Это капец интересно. Но Маша меня почему-то не трогает. Ей все равно. Так, давай попробуем вот так вот заехать. Повернуть. Вау, это просто невероятные сцены. Такого вы точно не видели, наверное, нигде. Что на полицейской тачке можно заехать в дом Маши и Медведя. Опачки! А машина-то у нас увеличивается! Уууу! Смотрите! Аж залагала игра! Кажется, с ней что-то не так. Машина полицейского. Она стала супер огромной. И дом просто разрывается. Ха-ха! Вот это жесть! Конечно, сюрприз устроили этой семейке. Жесть! Двигаться не может тачка. Смотрите! Вот! У-ху-ху-ху! А? Где это? Где это я? Что происходит? Что? Я должен идти в другую сторону, написано. Я попал в какую-то бездну темную. У меня сломалась игра и просто темный экран. Ошалеть. Напишите комментарий «Привет, черный экран». Прямо сейчас в комментарии, если вы досмотрели до этого момента. А пока, пользуясь случаем, хочу показать ваши крутые комментарии. Прямо сейчас напиши крутой комментарий под этот ролик, и ты попадешь на мой ролик. Вот, Хакер, Максим, Повелитель Света, Архип, Татьяна, Татьяна, Рашка, Джим, Владимир. Вас очень много, и вы пишите крутые комменты. Смотрите, продолжение хочет Евгений, обязательно. Матвей, Дарья, Александр, Стендов, Артём, Жора, Алёша. Вас очень много, и спасибо за крутые комментарии. Поэтому пишите обязательно крутые комменты, чтобы я продолжал снимать. И, кстати, нас уже почти 4 миллиона подписчиков. Спасибо огромное, кто подписывается. И, кстати, очень скоро, возможно, даже запущу стрим, когда будет 4 миллиона. Обязательно подпишитесь. И если вы хотите продолжение таких вот классных роликов про соседей, пишите комментарии, го продолжение. Обязательно буду снимать. Спасибо огромное за активность, за лайки. Все, на этом все. С вами был я, Крутой. Всем удачи. Всем нравится, подписывайтесь, хорошего делать добро. Не делать зла, пацаны, на подписывайтесь. Всем пока-пока-пока.